Я никак не могу вас взять. Я извиняюсь, но ко мне какие претензии конкретно? Ну что вы? По мне так вы идеально подходите. Ну, постарайтесь меня понять. Куда я дену своего человечка? Я правильно понял, если с вашим человечком что-то случится, он подскользнется, поцарапается, умрет, вот, сядет, ты меня возьмешь. Вот если с нашим физруком что-нибудь случится, не дай бог, вы оставьте свой телефон, и мы вам обязательно перезвоним. Прикольно. Тогда, может быть, мы закончим наш разговор? Да. Было приятно. Да. О, звонят.